Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Усе більш розповсюдженішою стає проблема шахрайства в інтернеті з банківськими картками. Які бувають різновиди цього шахрайства і як себе від нього захистити? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Аналітик фрауд-моніторингу в банківській сфері Олександр Карнаухов. Я вас вітаю. Олександре, будь ласка, розкажіть, які ж види шахрайства існують, як себе захистити від цього? Да, добрий день. Проблема кражи денег у граждан мошенниками является, по моему мнению, одной из основных в стране. Вот. Так как это не только про банки, но и про финансовую грамотность, про понимание финансовой безопасности и про умение критически мыслить нас с вами и нас, окружающих людей, друзей и родственников. Уже прошло лет 10 так, с того времени, как смартфоны вошли в нашу с вами жизнь. Скажем так, сейчас жизнь без смартфона в кармане сложно представить. Мы его пользуемся каждый день. Вот. И, соответственно, соцсети, мессенджеры. Уже выросло целое поколение родившихся в нулевых, в четвертых годах, 2000-2004 год, уже самостоятельные люди, которые свою жизнь без смартфонов, без соцсетей, без мессенджеров не могут представить. Это действительно так. И, к сожалению, исходя из вышесказанного, мы наблюдаем то, что жертвами мошенников уже давно становятся не классические бабушки, дедушки, которые без понимания финансового, там, финансовой грамотности, как эти процессы происходят, но и вполне, скажем так, опытные в пользовании мессенджерами, соцсетями, смартфонами люди, собственники бизнесов, представители IT-индустрии вот, и так далее. Вот, то есть, скажем так, жертвами мошенников отчасти, наверное, какой-то большой процент могут стать как раз те люди, которые активно пользуются интернетом и соцсетями. Например, делают покупки или продажи на каких-то известных интернет-площадках, содержат свой какой-то интернет-магазин, ведут активно какой-то блог или социальную страницу в соцсетях. Вот. И исходя из этого, мы подразделяем и видим на данный момент, вот, ну, оно в принципе не меняется из года в год, но что-то выстреливает, какие-то основные виды мошенничества. Например, из того, что можно выделить, так называемое непредоставление товара. Что это? Мы с вами находим что-то в интернете, нам понравилось, на какой-то известной интернет-площадке, вот, где такой же человек, продавец что-то продает, он просит нас сделать предоплату какую-то за доставку товара, 50-100 гривен, получает их и исчезает. Соответственно, вы ни денег, ни товара своего не видите. Когда это 50-100 гривен, это, ну, обидно, но не страшно. С другой стороны, когда это сотня человек переведет по 50-100 гривен и в полицию не пойдет, это уже получается круглая сумма денег у мошенника. Другой вариант, когда мошенник просит вас перевести часть, задаток какой-то, 50%, например, или 100%, а эта сумма товара несколько десятков тысяч гривен, и вы переводите, не видя этого человека ни разу, не зная, откуда он, чем дышит и так далее, просто видя какое-то объявление на площадке, и он пропадает, это уже совсем, скажем так, совсем другой разговор. Как себя защитить? Мы, ну, и я, и мы рекомендуем в целом не делать предоплаты, оплаты продавцам, в которых вы не уверены, с которыми не работали более 2 раз. Почему? Потому что бывает такое, что мошенники какой-то дешевый товар предоставляют по предоплате, допустим, чехол от телефона за 100 гривен, а вторую покупку вы делаете, у него же телефон за 20 тысяч гривен, он вас кидает на этот телефон. Соответственно, не делать предоплаты незнакомым продавцам, а надежный продавец, у которого есть товар, который хочет вам его продать, 100% будет согласиться работать наложенным платежом. То есть на сервисе почтовой доставки вы сможете, оплатив какую-то комиссию небольшую, исходя из стоимости товара, получить свой товар, проверить целостность, сохранность и так далее, что действительно вам его прислали. Если продавец начинает отнекиваться, скорее всего, он мошенник и товара у него нет. Лучше поискать другого продавца. Также хотелось бы заметить, что некоторые крупные банки Украины
предупреждают своих клиентов, либо звонят и говорят, вы пытаетесь сейчас сделать платеж недоверенному продавцу, либо же отправляют какое-то уведомление в мобильное приложение банковское, что вот вы делаете сейчас платеж, но продавец не совсем доверенный, то есть у нас есть вопросы по нему. Надо прислушиваться к рекомендациям банка. Банк не хочет вас лишить какого-то товара хорошего, он пытается вас защитить. Вот. Соответственно, не делайте предоплат незнакомым продавцам. Вот. Так вы сбережете свои деньги, нервы и деньги на будущие подарки знакомым и близким, особенно в преддверии новогодних праздников. Вот. Следующую тематику, которую мы выделяем, которая сейчас, скажем так, довольно остро стоит, это так называемый фишинг. Что это такое? Когда мошенники кидают жертвам, гражданам ссылки на поддельный сайт. Переходя по этой ссылке, человек видит визуально сайт, который похож на какую-то известную торговую площадку. Вот. Вводит данные своей карты для оплаты, либо для безопасной сделки. И, скажем так, после ввода реквизитов карты и подтверждения паролем из СМС, деньги с карты у клиента списываются, они поступают на счет мошенника, и клиент теряет эти деньги, не получает товар. Как себя защитить? Если вы хотите что-то купить, критически оценивайте стоимость товара. Если телефон в магазине и у других продавцов стоит, к примеру, 20 тысяч гривен, он не может стоить 5 тысяч гривен, как у этого продавца, который его продает. Второе. Также обращайте внимание на какие-то сторонние ссылки, когда вас продавец пытается затащить для общения с официальной страницей, вот с официального чата, в мессенджер. Там он, почему? Потому что если это официальный чат на какой-то торговой площадке, скорее всего, он службы безопасности этого чата, этой площадки, он мониторится. И они проверяют ссылки, которые там кидают клиентам и так далее, чтобы не было фейка. Мошенники зачастую просят перейти в мессенджер под предлогом, ой, мне что-то там глючит или не работает в этом чате. Вот. И там они уже кидают липовую страницу. Как отличить липовую страницу от настоящей? К примеру, из головы сайт, к примеру, называется ромашка.ua, официальный. Вы перешли с этим якобы продавцом в мессенджер, он вам кидает, вот вам безопасная доставка, вот оплатите, деньги зависнут на счету, пока вы не получите товар, я эти деньги не получу. И кидает вам ссылку якобы на эту безопасную доставку ромашка.online.ua. То есть название сайта отличается от официального, на это надо обращать внимание, это первое. Ну, можно вот так, хорошо, вы не обратили внимания, перешли по этой ссылке. Дальше. Посмотреть, как сайт выглядит. Он визуально будет похож на настоящий сайт. Но когда вы начинаете кликать по всем иконкам, иконки не работают. Большинство из них не кликабельны. Либо же просто возвращают обратно на эту страницу. Третий момент. Если у вас вы хотите это купить, у вас, хочу, но есть все-таки какие-то сомнения, позвонить в поддержку вашего банка, либо же написать в чат вашего банка. Номер поддержки, он указан на вашей банковской карте на обратной стороне. Только вот этот номер является официальным. Ни на какие номера из СМС и так далее не звонить абсолютно. Только номер, который есть на обратной стороне вашей карты. Вот если вы будете соблюдать эти три фактора, не вестись на какую-то очень низкую цену, позволит вам избежать утери своих денег, кражи их мошенниками. Потому что, опять же, одно дело, когда это 1000 гривен, опять же, для кого-то это большая сумма. Если у студента стипендия, к примеру, 1500 гривен, не знаю, сколько она сейчас, но 1000 – это большая для него сумма. Если это, к примеру, скажем так, зарплата несколько… Это может быть и крупные суммы, клиенты переводят и, к сожалению, становятся жертвами мошенников. Вот. Следующую тематику, которую мы для себя выделяем, это социальная инженерия, это большой спектр способов выманивания денег, но по тематике, которую бы я хотел выделить, это взлом страниц в соцсетях. Взламывают страницу, и от имени человека мошенники рассылают сообщения всем друзьям из списка, либо сторис прикрепляют, сейчас многие соцсети это позволяют, с тем, что я попал в больницу, срочно переведите деньги. Тоже
Кто-то переводит 50-100 гривен, кто-то десятки тысяч гривен. Десятки тысяч гривен, еще раз. Поэтому для защиты рекомендую вам всем, то есть рассказать своим близким, знакомым, что важно перезвонить человеку, даже если вы с ним мало общаетесь, через общих знакомых, найти его номер телефона, позвонить. Вань, ты мне вот сейчас сообщение прислал? И убедиться, что это он. Потому что, скорее всего, страница его была взломана, и вам пишут мошенники. Вы потеряете свои деньги. А также мы подразделяем выделяем такой вид мошенничества, как выигрыш за участие в какой-то акции, либо же оплата за участие в какой-то акции на сайте. Сейчас это модно у мошенников, они создают какой-то абсолютно липовый сайт, который даже не дублирует настоящий. Ну, к примеру, приз 2020 сайт называется. Вот. Переходя на этот сайт, вам предлагают поучаствовать в викторине, вопросы, в которые, к примеру, звучат, сколько будет 2 плюс 2 или столица Украины. Вот. Ну, очень сложные вопросы, на которые не каждый сможет ответить, понятно, дело. Но я утрирую. Понятное дело, что это элементарные вопросы. Дальше мошенники переходят к самому сладкому, что Иван Иванович, вы выиграли зачастую почему-то в рублях, указывается эта сумма, вы выиграли, к примеру, там 67 385 рублей, и для получения, вы пятитысячный в этой очереди на выигрыш, для того, чтобы вас продвинуть в очереди, пожалуйста, оплатите комиссию. Вот, какую-то, эта комиссия вам вернется. И предлагается ввести реквизиты карты. Жертва вводит реквизиты карты, подтверждает паролем из СМС, и деньги у него с карты списываются. Выскакивает следующая страничка, что теперь необходимо платить какой-то таможенный сбор, такая же сумма, там, до 500 гривен, к примеру, и так далее. В общем, все направлено на то, что пока жертва не кинется и перестанет переводить эти деньги, либо в самом начале, либо пока у жертвы деньги на карте не закончатся. А психология такая, если вы перевели уже 500 гривен, перевели еще 1000 гривен, перевели, вам уже страшно, ну вы потеряли эти деньги, а все-таки, ну есть надежда, вдруг все-таки вернется. И на психологию давит, и, к сожалению, реально люди сами переводят мошенникам, несколько платежей делают. Поэтому бесплатный сыр только в мышеловке. Мыслите критически, никто не будет вам за какие-то акции, скажем так, если это официальная какая-то страница, магазин предлагает, что подпишитесь на нас, тегните друга, репостните этот на свою страницу, эту сториз, они никогда не попросят вас ввести данные вашей банковской карты. Вот, поэтому важно понимать, что если критически мыслить и не вестись на участие в таких акциях. И, думаю, будет интересно нашим зрителям услышать, что из любопытного и смешного того, что было, это когда мошенники, что они делают? Они снимают видео на Ютубе, которое Ютуб не так быстро и банит, накручивают подписчиков, просмотры и пишут: ребята, вот для вас описываю схему, оказывается, Facebook сливал наши данные, Госдепартамент США признал, что вот действительно такое было, и каждому, чьи данные были слиты, присудил компенсацию в размере там, вот, чтобы узнать вашу компенсацию, введите свои данные, допустим, фамилию, имя. Вот, можно вести, помните фильм «Идентификация Борна», когда у Мэтта Дэймона в документах было вместо русского имени и фамилии был набор букв, в том числе и твердые знаки и так далее. Вот можно такой букв АБВГД Иванов ввести, и он напишет: АБВГД Иванов, да, действительно, ваша фамилия именно найдена в этой базе, вам присуждено 5000 долларов. Схема такая же, дальше вас попросят оплатить таможенный сбор США, таможенный сбор Украины, межгалактический таможенный сбор, но в итоге это все ведет к тому, что вы теряете свои деньги, вот, которые вы могли потратить на что-то хорошее. Это что касаемо социнженеринга. Не ведитесь на какие-то бесплатные акции. У нас в Украине это популярно от политиков выигрыши получить, от каких-то медийных лиц. То есть они этого не делают. Просто мошенники используют их имена и фамилии. Поэтому на это не вестись. Далее, скажем так, то, что популярно всегда было у мошенников, это классическое выманивание данных. Тоже подраздел социальной инженерии.
В каких случаях это происходит? Мошенники звонят, представляются на службой безопасности банка. Они могут представиться службой безопасности нескольких банков Украины, службой безопасности Национального банка Украины, службой межгалактической безопасности. Ну, я утрирую, но вы понимаете суть, что это бред. Вот. И на что они давят? К сожалению, у нас с вами есть вот этот страх перед начальством и перед людьми, которые наделены какой-то властью. Они начинают грубить, повышать голос. Вы что, не видите, с какого номера мы вам звоним? Мы сейчас, у вас деньги списываются сейчас. Если ничего не сделать, все деньги ваши спишутся. Вот. Исходя из этого, люди начинают паниковать, теряют какую-то нить логическую и передают данные. Важно понимать, каждый, чтобы наш зритель услышал и понял это, и передал своим родственникам. Это важно распространять дальше по цепочке, что сейчас не 80-е годы, не Советский Союз, не 90-е. Все банки клиентоориентированные на 200%. Никто никогда грубить вам не будет. Это строжайшее, ну, запрещено, это даже ну, по-человечески, но в том числе это клиентоориентированность. Это раз. Второе. Для защиты ваших денег банк никогда не будет просить вас подойти к банкомату, нажать какие-то кнопки, назвать какие-то пароли, зайти в приложение мобильное, что-то сделать. Банк может позвонить и спросить: Иван Иванович, вот у вас сейчас снимают в банкомате деньги. Это вы делаете операцию? Это максимум, что банк может сделать. Да, нет, ой, я потерял карту, все. Или же банк, не дозвонившись вас, тоже может принять решение и временно ограничить вашу карту для безопасности ваших денег. Настоящие сотрудники банка никогда ничего спрашивать не будут. Это первое. Второе. Мы заблокируем вашу карту, срочно называйте данные. Блокируйте, пожалуйста. Блокировка карты – это не смертельный приговор. Как заблокировали, так и разблокируют. Это очень важно, это важно понимать. Следующий момент. Если возникают сомнения, что вам звонит сотрудник банка, вам поступил СМС, ваша карта будет заблокирована на 62 дня, позвоните по таким-то номерам. Никогда не звоните по этим номерам, это номера мошеннические. Один, единственный настоящий номер клиентской поддержки вашего банка есть на обратной стороне вашей карты. Неважно, какой это банк, он всегда там будет. Вот. Исходя из этого, если возникает сомнение, что вам звонит банк, не пререкаясь, не переговариваясь, не ругаясь, не портя себе нервы, нажимаете «Отбой», берете карту в руку, смотрите номер, перезваниваете в банк и спрашиваете, звонят ли вам действительно сотрудники банка, этого банка звонили, или же все-таки звонили мошенники. И на клиентской поддержке вашего банка вас проконсультируют. Если вы вступаете в диалог с мошенниками, начинаете, они становятся ведущими в этом диалоге и начинают вас подталкивать, 99%, что вы передадите им какие-то нужные данные и потеряете свои деньги. Никогда ничего не называйте, когда вам звонят. Вы можете быть уверены, что вы звоните в банк, когда вы сами набираете тот номер, который написан на обратной стороне вашей карты. Вы можете быть уверены, что вы звоните в банк настоящим сотрудникам банка. Вот. Олександре, не хочу вас проривати. Дійсно, дуже цікава прес-конференція, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я ще раз вам дуже вдячна, що ви нам розповіли про дійсно таку дуже розповсюджену сьогодні проблему. Я сподіваюся, що наші глядачі почули усю необхідну та корисну інформацію, зробили висновки і тепер будуть більш обачними, більш уважними і не будуть втрачати свої гроші через такі, от, здавалося б, елементарні речі. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!